Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Сегодня хотела вам показать, первое – это погоду, второе – это большие пробки на дорогах. Ну вот мы едем уже не один километр, и все-таки очень-очень много машин. Для чего я показываю? Вот, кстати, автобус едет. Для чего я показываю? Показываю просто для того, чтобы вы представляли, ну что вам ожидать, если вы приедете сейчас на отдых на наше побережье в провинцию Аликанте. Может быть, стоит отдыхать еще и рассмотреть и острова Канарские, Балеары, еще какие-то варианты. Сейчас действительно, ну, действительно много машин. И причем вот такие пробки, они у нас и весной, и зимой, может быть, чуть меньше, но все равно крайний год, вот этот год, достаточно много машин, то есть автодома, и люди на легковушках путешествуют, и в аренду берут. Кстати, с аренды тоже здесь у нас соседи приезжали, было очень сложно в компании, где они брали, взять машину, так как с промтом в аренду, нужно было договариваться заранее, потому что машин не было, они ждали 2 недели, вот, поэтому вот такие вот дела. Это люди справа выезжают из местечка, которое называется Гран-Алакант. Здесь вот такая маленькая дорожка, и всегда много машин. Большая такая застройка. Вообще, я считаю, это как уплотниловка такая. Я думаю, что все, если жилые объекты сдадутся, которые здесь строятся по ходу нашей дороги, то будет еще больше, наверное, машин, потому что вот трасса Н-332, она вот такая узенькая по одной полосе в каждом направлении. Ну, либо альтернативная, это АП-7, которая туда вот где-то левее проходит. Сейчас 27 градусов, 11.52. Сегодня облачная слегка погода, но достаточно душно. Это для тех, кто собирается приехать на море сейчас в Испанию. Достаточно душно, так влажновато воздух. Но море теплое, в общем-то, погода для кого-то комфортная, для кого-то, может быть, не очень. А многие, кто здесь живет как раз в это время, выезжают отсюда в более прохладные места, либо Испания, либо вообще, ну, из Испании куда-то более в северные регионы. Так что вот такое у нас лето, такой у нас июль 2024 года. И такой маленький обзор.